Ребята, скажите, как кричит петушок? Ку-ка-ре-ку! Правильно! А кто знает, как рычит тигр? Тигр рычит так. Молодец! Ну а как кричит? Крокодил. Я знаю, как кричит крокодил. Интересно, и как же? Мяу, мяу. Мяу, мяу? А почему ты так думаешь, Машенька? Потому что он кошечку проглотил. Вы не видели мой будильник? Люблю колодец с воротом, деревья и траву. Но это все за городом. Я в городе живу. Ах, если б к нам приехал лес. В лесу бы город вмиг исчез. Ни улицы, тропинки. Вздохнула бабушка легко
сней за молоком, ботинки сбросив босиком, отправились в Кузьминки. Но если ради снега бы мы с братом в лес уехали, и там остались навсегда, то мама бы сказала: с детьми в лесу стряслась беда, и в лес бы побежала. За ней бы папа побежал, за папой дядя Коля бы. И папа Коле бы сказал: вот, Коля, и на воле мы. И тетя Зина тут как тут кричит: ау, ребятки, кусты ломает, мнет траву, играет с Колей в прятки. Тут мы сказали хором бы: чего вы в лес всем городом? Дома бы сидели бы, за бабушкой глядели бы. Из-за дерева тогда вдруг бабушка сказала: здорова я и молода, здорова я и молода, ведь я в лесу гуляла. Ах, если б к нам приехал лес, животные к воде идут, своих они детенышей туда ведут. Над ними сверху солнышко, оно блестит, над ними в небе самолет, и он летит. Идут они, животные, с детьми туда, где под горой прекрасная течет вода. Катится, летит, спешит. Троллейбус мимо шины льет, шуршит. А тут они, животные, пешком идут. К воде они детеныши своих ведут. Машины едут по шоссе, кто скорей.
водители вообще не смотрят на зверей. Куда они, животные, пешком идут? Куда они, своих детенышей, идут? Ля-ля, тёп-тёп-тёп-тёп, тебе берут дубчи. Кругом летают волки пешком, но тут уже становится совсем свежо. Включили фары Мерседес и Рено, животным тоже стало двигаться темно. Но вот светлеет, начинается рассвет, и больше никого вообще на трассе нет. Не рассмотреть, не разглядеть уже вдали, куда они, животные, и с детьми ушли. С самолета сверху вниз о них забеспокоился Гринпис. Где бедные животные теперь бредут? Куда они своих детенышей ведут? Но увидали, это было зрелище, и получилось неплохое вообще. Животные довольны, домой идут, с собой не с водой канистры волокут. Над ними сверху солнышко опять блестит, над ними самолет обратно он летит. Машины едут по дороге, кто скорее?